Идишь ты такой на гайке, никого не трогаешь, спокойненько всех просканиваешь, а тут, блин, подлец, на автопилоте, блин. 600 с хрена, почти 700 лямов карга. Ну как так? Как так? Ты стоишь там на торнадках, выжидаешь. И тут, как обычно, закон подлости просто, блин. Стой на трешаках и не заморачивайся. А встанешь на трешаках, как обычно, поедет что-то крупное и вкусное.